Итак, мы заходим в Платонус, заходим во вкладку задания. Здесь мы нажимаем назначить задание, выбираем получателя, добавляем семестр второй, кому выбранным академический поток, практика электромонтажная, группа R712. Так, здесь можно выбирать предусмотрение выставления оценки и можно без выставления оценки. Я выбрал с выставлением оценки. Тип оценки текущая. Выбираем всех, полное имя. Нажимаем вот это, выбираются все студенты. Можно отправлять задание индивидуально. И добавляем. Все, здесь появились у нас студенты. Дальше заходим в задание и пишем тему задания. Кроссовое оборудование. Приступить к выполнению. Задним числом у нас не получится, поэтому выбираем 24 марта. До 27 марта я даю выполнить задание. Здесь я пишу текст задания. Записать лекцию, просмотреть видеоматериалы, составить тестовый вопрос на тему кроссового оборудования. Теперь смотрите. Добавляю файл. Сохраняю. Теперь у нас появляется добавить файл. Я добавляю здесь свои готовые вот презентацию. Добавляю. Ждем. Все, появилась презентация. Дальше. Добавляю материал. Монтаж станции. Видеоматериал. Ждем, пока появится. Все, появилось видео. Теперь сама лекция. Так. Сама лекция у нас. Добавляем лекцию. Все. Теперь обратно нажимаем сохранить и назначить задание. Все, статус задания выполняется. Получатели здесь выходят. Все, мы этим, получается, отправили задание. Итак, дальше. Теперь смотрите, мы сидим от имени студента. Когда студент заходит в свой Платон, заходит во вкладку задания, у него стоит задание. Видите, два моих задания. Вот первое задание, ремонт систем маршрутизации. Он заходит сюда. Итак, здесь мы видим задание. Тема задания, статус задания, отправитель, дата приступить к выполнению, дата до какого числа надо сделать, дисциплина текущая и сам текст самого задания. Просмотреть ролик о системах маршрутизации, нарисовать схему подключения системы маршрутизации. Вот у нас есть презентация и также видео. Студент может скачать, может написать мне в чат, но основной он отправляет на проверку мне свой документ. Здесь пишет текст, составил схему, посмотрел ролики и презентацию. Добавляет файл. Так, добавляет файл. Вот файл появился. И отправляет на проверку. Вы действительно хотите? Да, окей. Все, задание отправлено на проверку. Теперь, видите, когда я захожу в свой Платон, обратно я зашел, захожу во вкладку задания, у меня здесь появился один красный. Нажимаем на плюс и видим, что вот Ведников Андрей отправлено на проверку. Заходим. Здесь мы видим само задание и видим его ответ. Заходим в его ответ, смотрим, вот он нарисовал схему приблизительно, и можем отправить на доработку, можем выставить оценку. Допустим, я выставляю ему оценку за сегодняшний, за 24-е у нас занятий нет, я ставлю 26-м числом, текущая оценка 4, потому что вот выполнить задание до 26-го. Все, сохранить, оценка выставлена. Теперь в журнал заходим, в журнал. Практика электромонтажная. Выбираем, как обычно здесь. Так, вот появилось. Мы видим, вот у Андрея стоит четверка за 26 число. Из-за того, что он сделал задание. Надеюсь, всем понятно.